Здравствуйте, сегодня у нас на обзоре такой необычный светильник, мощность светильника 60 ватт, в принципе мощность можно увеличивать или уменьшать. Сделан полностью из металла, подвешивается на 4 подвесах, по углам, светится вниз, вот такой необычный светильник. Длина светильника 116,5 сантиметров, ширина светильника 48 сантиметров, высота светильника 16,5 сантиметров. Высоту подвесов можно регулировать. Подключается светильник к внешнему блоку питания. Блок питания можно варьировать форму, размер, влагозащиту. У светильника есть декоративная заглушка, которая крепится к потолку через планку и подключается к блоку питания. Давайте посмотрим, как светит данный светильник. Вот он загорелся, засветил. Вот так освещает он. Достаточно необычный. Сверху сбоку и снизу. Кого заинтересовал данный светильник, пожалуйста, приобретайте, ссылка в описании.